Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 сентября. Память святого священномученика Аристиона. Святой святой Аристион был епископом Александрии Приморской, находившейся между городами Иссом и Антиохией в Сирии. Он ревностно проповедовал о Христе, его спасительных страданиях, смерти и воскресении, а также поучал народ о том, что все на земле тленно и скоро приходящее, а вечные и нетленные только будущие небесные блага. За таковое учение он был приведен на суд правителю города Александрии, и после того, как исповедовал Христа истинным Богом, осужден был на сожжение, и в этом ученическом подвиге окончил свою блаженную жизнь. Нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.